играю только легендарками в рейтинге. Сразу же я немного охуел от данного персонажа. Попробовал сделать контратаку, и тут все стало ясно, что он приемный. Помимо того, что эти хуесосы на элитках дали дамаг, так он еще и атаковал по левой стороне. Тут я решил сделать быструю атаку, но так и не понял, куда пропал негр. Кто-то его видел. Пока он сидел без элика, моя принцесса плевала урон по его вышке. Но тут он уже в краях уел и устроил гэнбэнг с моей вышкой и забрал первую башню. После данного мува я уже хотел удалить рояль, но все продолжал до последнего пытаться. Решил сделать свою контратаку, и все же нерф минер и принцесса забирают первую вышку. Не знаю, что произошло с моим оппонентом. Я надеюсь, что он выпал с окна, но он перестал отправлять эмоции и дефаться. Честно говоря, для меня это был самый сложный челлендж, и ебал я в рот эти легендарки.